Мастер спорта международного класса, но он, как любой человек более высоких рангов, с сомнением посмотрел, что за человек такой, непонятно, мастер ли он спорта, международного ли он класса, вот, и смотрел всю тренировку, мы общались, тренировались, и когда я показал этот прием, он сказал: ну да, теперь я понимаю, это мастер спорта международного класса. Так в чем этот прием? Вот, значит, делаем болевой прием на руку, да? Все помним, что атакуемая рука со стороны головы. И вот я тяну нашему сопернику болевой прием, и он чувствует, что я скоро вытяну, и помогает себе этой рукой сверху, да. И вот подключил весь свой мощный плечевой сустав, вот, всю свою силу, и я хоть и подключаю и спину, и ноги, но не могу вытянуть, тяжело, да? То есть и отключаем шею, там, и так, и сяк, вот. Что здесь предлагается делать? Предлагается сэкономить свои силы и показать то, что называется техникой борьбы самбо. В чем она заключается? Я покажу и влево, и вправо. В чем она заключается? Заключается в том, что вы накрываете руку соперника, накрываете. Ребят, близко не надо, все увидят, несколько раз покажут. Да, я буду показывать много, это очень интересный прием. Может быть, вы его не проходили. Значит, вы накрываете руку соперника, обеспечивая плотность ножками. Вы, наверное, отрабатываете тренировку удержания рук ножками, да, вообще без рук. Вот. Ножки стараются плотно держать. Накрыли, руку свою забрали, убрали. И с помощью ее вы переходите уже на другую руку. Вот. Контролируя здесь коленом, здесь икрой, контролируя локоточки. Вот так вот зафиксированы. Видите, эта рука до сих пор лежит здесь. И вот здесь уже взяли ручку и перешли на эту сторону. Вот. Видите, то есть интересно. Ваш соперник думает: ага, я сильнее его, я подтягиваюсь больше, чем он. Я бегаю больше, чем он, я сильнее его. Вот. А я посмотрел этот прием, да, и вы оказались на нашем семинаре. И вы не соревнуетесь в силе и не упираетесь, да? Вы накрываете ручку соперника, накрываете. Вот оказываетесь вот в этом движении, вот видите? Теперь его ручка сверху. И вы делаете болевой прием. Опять в эту сторону.